Всем привет! Наступил новый день. Уборка на кухне еще не закончена. Дело оказалось такое серьезное. А я решила, что хочется согреться и поесть чего-нибудь горяченького. Думаю, пока кухню до конца не уберу, готовить не буду. А так как горячего хочется, я пошла, намыла картошки. И сейчас фольгу ее заверну и буду положу в угольке. Думаю, какая разница, что вот в костре угли, да, что в печи угли. То же самое же, правильно. Я сейчас ее заверну и посмотрю, что получится. Думаю, что будет прекрасная запеченная картошка в углях. Можно, конечно, и без фольги, но я люблю с кожурой есть ее. И как-то, когда вот совсем без пепла, мне так комфортнее, хотя пепел тоже является даже лекарством, но вот я решила в фольге, вот в этой красивой, такая, с бабочками, она с цветочками. За окном холод такой. Погода меняется просто вот постоянно, то есть было лето, потом опять после лета и после того, как можно было уже в майке ходить загорать, навалило снегу, ударил мороз. И я понимаю вас, те, кто смотрит и не понимают вообще, какая это полоса, где я нахожусь, почему погода так меняется. Я, вы знаете, вот до такой степени перемен не видела нигде. Вот действительно лето, потом зима, потом опять лето. Вроде все опять потеплело, я уже на огороде дела делала. Все опять холод, дождь, ветер такой, в куртке прям ходишь опять. Ну, в общем, просто погода так меняется, и тут, ну, видимо, это вот в Беларуси так. Если у кого-то из вас тоже даже интересно, потому что смотрят в разных точках мира, вот скажите, пожалуйста, ну, кто в Беларуси, понятно, у вас также меняется погода, а у кого вот еще из вас также сильно и резко меняется погода, прям вот то лето, то зима, прям вот вы в майке, а потом в куртке, а потом опять в майке и опять в куртке. То ли сейчас, знаете, как бы, ну, непонятно, что в мире творится в плане... что все меняется, и ну, там, где было холодно, становится жарко, и наоборот, какие-то аномалии такие, может быть, сейчас везде такие перепады непонятные. Может, дело и не в Белоруссии вовсе.
Ну все, картошечка готовится. Скоро, я чувствую, будет мне очень-очень вкусненько. Будет готовая картошечка. Мне дали кучу-кучу-кучу разных закаток там и много всего вообще. Огурцы, помидоры, какие-то соленья, квашеная капуста двух видов. Мне два человека дали капусту квашеную, та и та. Очень вкусные, так что будет. У меня вкусный-вкусный обед. Горяченький, я уже вся в предвкушении. А завтра вербное воскресенье. Вот, выпуски чуть-чуть отстают. Наверное, будет этот выпуск, вы смотреть будете, когда уже пройдет вербное воскресенье. Возможно, праздники пройдут. Но вот хочется, потому что все, что я сняла, чтобы поочередно все это выкладывалось. Ну, уже вот отстаю, так отстаю. Простите меня, пожалуйста. А хотела вам показать вербу, которую сегодня мы с Мишей, соседом, ходили собирать. И очень интересную вещь я для себя узнала. Сейчас я вам вербу покажу. Вот такая вот верба. Не знаю, как снять, чтобы при этом освещение было видно. Вот, веточки у нее не красные, обычные. Так, сейчас. И вот пушистики еще не распустились. Я поставила водичку. Надеюсь, что они все-таки распустятся. Вот, вот здесь вот видно. Уже такой он близок. Близок здесь к тому, чтобы распушиться. И вот видите, какие длинные ветки. Они вот, ну... В общем, здесь мне Миша сказал, вот это вот верба. А, не красная, обычная. Хотя вот в России... Я не знаю, вот как-то у всех все по-разному очень. В России верба, она с красными ветками, такими блестящими, более тонкими. И это считается верба. Вот это, говорят, наоборот, не верба. Такую вот, говорят, лучше не брать. В Беларуси, Миша говорит, так красный называется, как бы что-то похожее на вербу, но какое-то другое слово. А настоящая верба это вот такая вот. Интересно, вот напишите, друзья, кто считает. Ну вот. Ну вот у кого какие знания есть по поводу вербы. Я как бы Мише доверяю, но что здесь вот эту собирают, но вообще интересно, потому что в России другая история. Хотя вот всякие открытки, смотришь картины про вербу, а она там тоже не красная, она вот именно таких цветов. Вот так. Вербу, в общем-то, набрала. Тут, видите, на две части разделена. Вот здесь вот вербочка, здесь вербочка, потому что хочу и в этом доме оставить вербу, да, чтобы была, и чтобы в России в доме тоже отвести была верба. Дорогие, ура, ура, ура! Основная уборка на кухне произведена. Позади меня, конечно, обои, я имею в виду такие, видите, да, симпатичные. Я имею в виду то, что понятно, что надо там и покрасить, и обои поклеить. Я отмыла вот, ну, вот все, что могла. Я мыла, мыла, мыла и домыла. И мне так холодно сейчас, я так хочу поесть. И там картошечка, надеюсь, не сгорела, что она просто приготовилась. Я сейчас как поем. А пока давайте я вам покажу, что у нас получилось. Ну, здесь стеночка отмыта, печенька отмыта. Повесила обратно, вернула полочку для посуды, туда рыбоньку свою в плавание отпустила. Здесь стены тоже все вымыла, застелила стул, чтобы можно было сидеть. На самом деле вот этим покрывалом он и был застелен, когда я пришла сюда первый раз. Я его просто постирала, постелила обратно, чтобы было так уютненько сидеть. Повесила шторочку на окно, постирала обратно, вернула. Что еще? Окошки так помыла, но без фанатизма. Так потихонечку-потихонечку надавливала, чтобы стеклышки на месте остались. Сюда сейчас будем скатерть стелить. Это прям мой долгожданный момент. Потому что когда будет скатерть на столе, сразу вид весь поменяется. Я хочу это сделать вместе с вами. Так, ну вот полочку как могла отмыла тоже. Плита вообще как новенькая. Мне кажется, ее, наверное, может быть, ну, не так давно покупали, потому что вот она отмылась просто до идеальнейшего состояния у меня вчера. Видите, какая хорошая. Можно и духовочкой пользоваться, и плитой. Все здесь чистенько. Стенка тоже отмылась, никакого жира нет. То есть это уже просто, я не знаю, что это, но это не жир. Вот, жир весь ушел от нас, сбежал.
Ну, здесь вот, в общем-то, как оно и было. Только помыла тоже все уж как могла. Зеркало. Всем привет. Тут полочка. Ну, пока еще ничего особо не раскладывала. Так просто протерла и что-то такое вот, ну, полотенечко повесила. Раковину поскребла тоже. Вот эту вот полочку. Наконец-то сюда можно будет поставить все вот эти крупы, все выставить, что у меня есть, потому что я не понимаю. Ну, то есть, живу и думаю, а где у меня что вообще лежит? Знаете, питаюсь как-то, ну, не всегда так, как хотелось бы. Давайте застелим скатерть. Долгожданный момент, и потом я пойду уже согреваться, кушать. И потом, наверное, расставлю все по полочкам, чтобы вся у меня еда, все, что есть, было на виду, под рукой. И будет сразу очень-очень удобно и комфортно жить. Темновато, конечно, здесь для съемки получается, хотя в целом вот на самом деле светло. Начинаешь снимать, и темнота. Так, все, сейчас мы украсим стол. Знаете, сразу так светло стало, хорошо со скатертью, вообще чудесненько. Видите, как раз такие вот мелочи, они стоят недорого, да, а сразу вид другой. Ну, вот такой вот постепенно становится кухня. Уже хочется что-то приготовить на этой плите. Горяченького. Вообще супчика какого-нибудь хочу. Так давно не ела суп. Ну вот, все, пойдемте посмотрим, что с картошечкой. Ох, аромат это, знаете, уже так по всему дому. Лишь бы не сгорела, знаете, оставила я ее и даже не проверяла. Надо было, может, забрать через какое-то время. А я увлеклась этой уборочкой и думаю, что будет, то будет. Так, горячая, наверное. Не, нормально. Раз. Ну, поглядим. Никогда ж так не делала. Не знаю, вообще кто-то так запекал в фольге картошку или нет. Интересно даже. Здесь такая мягенькая очень. Ох, опасное дело. Рискую остаться без обеда. Сказать, что я голодная, это ничего не сказать. Я очень-очень голодная. И мне так хочется попробовать картошку. Я очень надеюсь, что она живая. Так, сейчас посмотрим. Ух! Сколько я себе залы в тарелочку-то сразу. Молодец. Полезная, но все-таки вытряхну. Так, ну-ка. Угу. Нормальная картошка, все отлично. Не сгорела. Такое чувство, что как будто подварилась, видимо, потому что я ее мокренькую клала. Супер. Надо чаще пользоваться вот этим способом. Реально, все, фольгу в печку и готова картошка. Все равно, что топишь каждый день. Не надо готовить отдельно. А здесь у меня, ну, это рыбка, хлеб и лучок. Так все по-домашнему, по-простому, вы уж извините. А здесь у меня соленье, это мне капуста, я говорила, мне Елена и Светлана дали квашеную. И капусты, кстати, очень похожи между собой, как будто один и тот же человек делал. Это вообще удивительно, очень вкусные. А помидоры я баночку открывала, вот это те, которые мне давала Елена. Светланины попозже открою. Спасибо огромное вам всем вообще за эти закрутки. Вы не представляете, меня такими деликатесами кормят. И клубника, и ягоды, и черники мне дали еще вчера. Вообще, я поняла, что с голоду не умрешь. Мне вот пишут, что люди это все таким трудом, как бы тяжелому это достается и так далее. И что я тоже должна работать. Я вам честно скажу, я работаю и стараюсь работать и дома. Я вообще вот без дела не сижу. И я ценю то, что люди мне дают. И это не то, что значит, что я вот, если меня сейчас угощают, да, что я всю жизнь собираюсь ходить по домам
и как бы брать еду. И то, как бы я не прошу, люди сами дают, потому что люди щедрые, потому что у них много, там много картошки, много морковки. Наташа вчера пошла, она говорит, а давай я тебе еще дам морковки с бураками. А ты сахарной свеклы делаешь чипсы, говорит, я знаю. Я говорю, да. Она ими кормит сахарной свеклой козочек и козлят. Говорит, давай я тебе, ну дам, ты себе чипсы сделаешь. Я говорю, спасибо большое. И вот так дают, там капусты много. Какие-то банки, закрутки. Как понимаешь, не всегда от избытка, как бы, очень такие вещи вкусные дают, просто, ну, потому что просто хочется чем-то вкусным угостить. Я всем этим людям, вот, низкий поклон, очень-очень благодарна. И вы знаете, я вам честно скажу, я тоже очень люблю угощать людей. Я пока вообще дома в России жила, я чего-нибудь наготовлю много. Мне хочется туда отнести, туда. Я люблю по гостям ходить. Люблю чем-то кормить, что-то готовить. И те же банки, закатки, то же самое. Поэтому я этих людей понимаю, потому что сама такая же. И это здорово, что мы все притягиваемся друг к дружке. Вот, я буду есть, я так хочу есть, вы себе не представляете. Потом открою баночку, которую мне Светлана подарила. Вы знаете, как приятно? Очень. У меня теперь столько картошки, столько банок, что можно вообще еще, мне кажется, в город даже за продуктами не выезжать. Еще многие из вас пишут, что, ну, переживают, насколько я далеко от магазинов, от цивилизации. Я вот на этих выходных, вообще на этой неделе уже поняла, что я к ней так близка. Когда приехали соседи раз, потом приехали два. И вот сейчас, если на улицу выходишь, это настоящая дискотека. Играет просто клубная музыка на всю. И ощущение того, что в деревне, я вам скажу, даже... К сожалению, чуть-чуть и летучиваются. Но я понимаю, что люди приезжают отдыхать, у них тяжелые недели рабочие, им хочется оттянуться по полной, знаете, на выходных. Ну, пускай отдыхают приятному отдыху, но это очень необычно, потому что вот вышел и прям как в клубе на танцполе. С самого обеда. Вот так. Так что цивилизация, она рядом. Очень все вкусно вообще. Так все вкусно готовят, то ли мне так везет. Кто меня чем угощал, все невероятно вкусно, все уникально. Хочется прям даже, знаете, у Елены была, жарили драники, хочется прям попросить у нее, чтобы она прям показала, как она драники готовит. Шарлотка, не знаю, все, чем меня угощают, все уникальное. Наташин сыр. Я очень надеюсь, что мы тоже до него доберемся. Я про него помню, друзья. Но я не знаю, когда мы все-таки это сделаем. Очень надеюсь, что сделаем и вам все покажем. Буду кушать, мои хорошие. Всем, кто смотрит выпуск и тоже трапезничает, всем приятного аппетита. Обнимаю вас. Люблю и желаю вам всего самого-самого прекрасного. И спасибо, что вы со мной были до конца этого выпуска. Целую, не обнимаю.